Всем привет! С вами Светлана Бугела и добро пожаловать на мой канал. Я продолжаю вас знакомить с новинками сезона зима-весна 2018. И это, наверное, одно из самых долгожданных видео на моем канале. Почему я так думаю? Потому что вы просто забросали меня вопросами, когда же выйдет ролик о новом наборе кистей. Так вот, знакомьтесь, новый набор кистей компании Marie Kay. Компания Marie Kay очень основательно подошла к созданию данного набора, потому что в его разработке участвовала международная команда визажистов, которая смогла учить все нюансы и детали для того, чтобы каждая женщина во всем мире могла оценить преимущества и прелести данного набора кистей. Этот набор создан не только для профессиональных визажистов, но и для каждой женщины, я повторюсь, потому что очень часто бывают моменты слабости, когда мы подходим к своему туалетному столику, смотрим на себя в зеркало и думаем, а стоит ли делать вообще макияж? Как-то у меня нет настроения, времени, и хочется просто, наверное, пойти на работу, особенно если за окном нет солнышка и не хочется вообще ничего с собой делать. Но если у вас есть такой набор, такая инвестиция, которую вы себе сделали, подарили, вы обязательно его откроете, и руки просто сами потянутся к каждой кисти, и вы увидите, что сразу все за окном расцвело, потому что вам хочется улыбаться и радоваться своему отражению в зеркале. А если женщина собой довольна, значит, она готова совершать любые подвиги. Если же мы с собой недовольны, знаю по себе, если я не нравлюсь себе в зеркале, мне все не в радость, мне не нравятся ни мои волосы, мне не нравится ни моя одежда, у меня нет настроения дарить людям радость и счастье, поэтому я стараюсь не выходить в таком настроении из дому, и именно перед своим туалетным столиком я пытаюсь исправить какие-то нюансы для того, чтобы вы также думали, что каждый день я просто идеальна, потому что вы всегда мне пишете это в комментариях, мне это очень приятный, но я такой же обычный человек, как и вы все, и мне очень помогают декоративные продукты от компании Marie Kay, потому что они у меня все есть, и теперь мне очень нравится то, что этот набор кистей всегда может быть у вас в сумочке, потому что он как удобный пенал-органайзер, который помещается в любой рюкзачок, и я его также дополнила своими любимыми карандашами для бровей, для губ, подводкой, кистью для тона, для того, чтобы он действительно был как такая рабочая косметичка, и я могла ею воспользоваться в любой момент. Я практикующий визажист, и могу сказать, что этот набор я от А до Я отработала на корпоративных новогодних макияжах, и я была просто в восторге, потому что таких красивых макияжей я, наверное, не делала никогда. Может быть, ко мне приходили такие красивые девушки, я не знаю, но макияжей было очень много в этом году, и этот набор это было просто спасение, палочка-выручалочка, которая действительно позволила мне создавать красивые новогодние макияжи, и я оценила удобство этого набора кистей, скорость макияжа, оценила эргономичность того, что все находится в порядке. Я когда делаю макияж, чтобы вы понимали, у меня вот так все происходит, после второго макияжа уже вообще не знаю, где что лежит, а когда вы вырабатываете в себе привычку после каждого движения ложить кисть в свою ячеечку, а тут их не так и много, тогда, поверьте мне, вам будет очень легко найти каждую кисточку. Классный набор кистей, очень удобный ворс, качественное нанесение. Очень меня поразило больше всего в этом наборе, это кисть для коррекции лица, для нанесения румян, для скульптурирования, потому что вы видите, какой она необычная форма, и она просто даже повторяет форму скулы. Я не буду сейчас заострять внимание на каждой кисточке, потому что я для вас записала вторую часть этого видео, техническую демонстрацию, и вы сможете детально рассмотреть каждую кисть и узнать, для чего она создана. Но то, что очень удобная, приятная на ощупь ручка, она очень приятная и удобно держится на руке. Очень ровное покрытие, очень тонкое покрытие дают эти кисти. Очень классная кисть для растушевки. Такой кисточки у нас раньше никогда не было. Она очень крутая, и я уверена, что вы ее очень оцените. Вообще, знаете, нет секрета, как научиться делать макияж. Секрет только в том, чтобы делать его каждый день и иметь силы себя заставить делать это каждый день. Знаете, это искусство маленьких шагов. Если вы каждый день делаете себя красивой, если каждый день вы не позволяете себе выйти без красивого ровного тона, немножечко прокрашенных бровей, подчеркнутого контура глаз и ресничек, например, и, ну, легкого румянца, тогда, ну,
Я не знаю, как вы можете радоваться жизни. Вот мы, женщины, прежде всего, мы каждая выполняем свою роль. Может быть, кто-то только мама, может быть, кто-то бизнес-вумен, кто-то, может быть, теннисистка. Может быть, вы работаете где-нибудь там водителем, кондитером и так далее. Но все мы, прежде всего, с вами женщины. И этот набор – это дань уважения себе. Я могу сказать, что я его очень сильно оценила, и мне очень хочется, чтобы вы понимали, что лучше сэкономить на чем-то другом, но сделать себе приятный подарок и купить для себя тот набор кистей, который будет вам служить долгие-долгие годы. Могу сказать, что я его проверила на выносливость в плане количества макияжа, в плане того, как кисти ведут себя после очищения, потому что я несколько раз их так очень усердно промывала, дезинфицировала. Вы мне часто спрашиваете, кстати, о том, как дезинфицировать и обрабатывать кисти. Я беру мисочку с водой, добавляю туда шампунь, добавляю хлоргексидин, хорошо их прополаскиваю в пене. Потом я беру мисочку с водой, добавляю кондиционер для волос, то есть я за ними ухаживаю, как за обычными волосами. Опять же, добавляю хлоргексидин, чтобы он хорошо продезинфицировал кисти. Сливаю, опять же, тут вторую водичку, наливаю третью водичку. Водичка должна быть тепленькой, не холодной, не горячей, чтобы не травмировать ворс. И просто хорошо еще раз ополаскиваете кисти, чтобы на них не осталось остатков декоративной косметики. Вытираете полотенечком вдоль ворса, ни в коем случае не в хаотичном порядке, да, а берете вот просто промакиваете вдоль ворса, кладете на батарею полотенечко или просто на окошко возле батареи, чтобы там было тепленько или был солнечный свет, и на ночь их просушиваете. Потому что, конечно, если вы используете кисти в таком рабочем состоянии, как я, их нужно хорошо обрабатывать и дезинфицировать для того, чтобы ваши клиенты всегда чувствовали себя в безопасности. Могу сказать, что набор кистей два раза был промыт, он просохнул, ни одна ворсинка не вылезла, нигде слезла краска, не вылез клей, ничего не отклеилось. И могу сказать, что этот доклон, он очень долговечен, поэтому поверьте мне, это инвестиция на долгие годы. Этот набор вам очень сильно понравится, и вы будете просто радоваться жизни. А если у вас еще есть дочь, которая также только начинает увлекаться макияжем, обязательно позаботьтесь о том, чтобы у нее также был этот набор кистей, потому что тогда она будет просто необыкновенно красивой сразу и не будет проживать этот период подростковый, который переживали мы с вами, если вы понимаете, о чем я. Зеленые тени, стрелки, да какие-то румяна, блестки, и все хотела и все лучшее сразу. Не знаю, как у вас, у меня так было. И если бы у меня была своя косметика, и я не таскала тайком это у мамы, то, наверное, мои образы были совершенно другими. И теперь я вам предлагаю посмотреть техническую часть, техническую демонстрацию набора кистей и решить для себя, нравится ли вам этот набор кистей, хотели ли бы вы его иметь. И, может быть, стоит задуматься о его приобретении, потому что, действительно, этот набор творит чудеса. Итак, начнем знакомство. Первая кисть, о которой я вам хочу рассказать, это особая кисть для румян. Особая форма 3 в 1 позволяет наносить пигмент румян на скулы и на щечки, позволяет скульптурировать овал лица и красиво подсвечивать выступающие участки хайлайтером, не оставляя жестких линий и переходов цвета. Я думаю, что вы видите, что форма кисти действительно особенная, она полностью повторяет форму скулы и создает новые очертания при необходимости. Следующая удивительная кисть, которая имеет также совершенно новую форму, это кисть для нанесения пудры. Она идеальна для нанесения рассыпчатых продуктов невесомым тончайшим слоем, не перегружая и фиксируя макияж должным образом. Вы знаете, мне кажется, что кисть для пудры наносит пудру таким образом, что мне кажется, что я наношу совершенно иной продукт. Я уверена, что вам очень понравится эта кисть для пудры, и вы не сможете уже использовать так же, как и я, ничего другого.
Следующие три кисти – это кисти для глаз. Очень удобно, что они расположены в этом футляре, я о нем расскажу позже. Первая кисть – это кисть для нанесения теней. Очень хорошо прокрашивает ваше веко, и она обладает таким ворсом, который наносит этот продукт очень быстро и очень качественно. Мягкий ворс повторяет контуры глаз, растушевывает тени, обеспечивая плавность цвета. Я думаю, что вы все оцените ту плотность и красоту нанесения теней, которую дает эта кисть. Кисть для нанесения акцента. Она имеет особую скошенную форму, которая повторяет миндалину глаза, детально прокрашивает орбитальную зону, создавая правильную линию акцента. С ней вы с легкостью создадите выразительный профессиональный макияж глаз. Я уверена, что вы оцените эту удивительную форму кисти для акцента, потому что именно от нанесения акцента очень часто зависит весь образ, который вы создаете, особенно если акцент вы делаете на глазах. Следующая кисть, она просто моя любовь, она удивительная, такой кисти у нас раньше не было. Это кисть для растушевки, но это не только кисть для растушевки теней или карандаша для глаз, а также и продуктов для губ. Это очень крутая кисть, которая также имеет инновационную форму, и она позволяет действительно растушевывать продукты с легкостью. Я ее испробовала, и просто без нее не могу выполнить ни один макияж. Плотная, заостренная кисть профессионально прокрашивает тени, карандаши по линии роста ресниц и может создавать эффект smokey eyes, а также завершать макияж плавной дымчатой растушевкой, создавая нюдовые образы. Без нее невозможно детально и красиво завершить ни один образ. Я уверена, что каждый профессионал и непрофессионал по достоинству оценит эту кисть. Стильный и эргономичный футляр, в котором расположены данные кисти, также имеет особое значение, потому что каждая девушка старается особым образом организовать свое рабочее пространство, где находится ее косметика. Я уверена, что вы так же, как и я, очень часто не можете найти какую-то кисть, и от этого иногда вы сердитесь, и от этого иногда страдает макияж. Здесь три отделения. Два отделения для продуктов для лица, два отделения для кисточек для глаз. Также в этот футляр очень удобно помещаются дополнительные какие-то кисти, которые необходимы вам в макияже. Например, это кисть для нанесения тона. Я в одной руке держу телефон, а второй рукой я работаю, поэтому мне не очень удобно, конечно, выполнять эти действия, но я думаю, что вы понимаете. Кисть для нанесения тона из особого таклона. Обязательно вам понадобится еще кисть для бровей и стрелок, потому что без нее макияж очень сложно выполнить. Я еще раз повторюсь, что сюда все помещается очень удобно, единственное, если вы делаете это двумя ручками. Также сюда очень удобно поместить ваши любимые карандаши, карандаш для губ, подводку, карандаш для бровей, тушь для ресниц. Этот футляр — это также находка, потому что все косметические средства находятся в одном месте, что также характерно. Сюда вы можете поместить и маленькую кисточку для губ, и можете положить и такое маленькое зеркальце. Все очень классно закрывается, и даже маленькую палеточку теней, например, чай латте, мои любимые тени, которые сюда также прекрасно поместить. И если вы лягушка-путешественница и очень любите, чтобы все у вас было под рукой, все было очень компактно и эргономично, тогда этот набор кистей для вас. Ваш новый образ в одном стильном футляре. Я думаю, что каждая девушка оценит его по достоинству. Самые главные преимущества — это, конечно, смарт-формы, которые выделяют эти кисти среди всех других. Это, конечно же, особый материал, из которого сделаны эти кисти, который на сегодняшний день является самым инновационным. И безупречный ворс, я еще раз повторюсь, он отменно справляется с нанесением всех декоративных продуктов. Я уверена, что этот набор кистей позволит себе абсолютно каждая женщина, которая ценит скорость, качество и которая хочет быть профессионалом прямо у себя дома. Так, новый набор кистей уже в продаже.